Привет всем! Сегодня сниму небольшой влог, не знаю, сколько он выйдет. Особых планов нету, схожу в университет, у меня сегодня всего две пары. И я опять не спала всю ночь, потому что просто не могла уснуть. И вот сейчас 7:30, я хочу пойти в Макдональдс позавтракать и поеду в универ. Покажу вам свой сегодняшний наряд дня. На мне новая футболка из H&M'а. Такая обычная, как называется, кардиган черный. Не помню даже, из какой фирмы, он очень старый. Наверное, H&M тоже. Хотя я не помню. Джинсы из Нилука. И мои сапоги из Нью-Йоркера. Сейчас одену верхнюю одежду, тоже покажу вам. Вот так вот я в верхней одежде. Моя шапочка новая, шарфик. Прошлогодний из Италии, и пальто мое обычное серое, и вот такая вот сумка из Нилука. На лице у меня макияж с Naked 2, подводка, лицо обычное, ну все как обычно. Вот. А сначала я пойду погулять с Кевином, потому что каждое утро я гуляю с собакой перед выходом 5 минуток. Кевин! Там. Кевин! Сюда! Кевин! Столбал! Иди сюда, Кевин! Ах ты, собака! Слушайте вы! Жду свой троллейбус, чтобы поехать в универ. Обожаю завтракать в Макдаке. Я уже и дома, сейчас без 10:12 я уже дома. Да, всего две пары, и нас отпустили пораньше, потому что мы писали самостоятельно работу. Я думаю, что написала хорошо, потому что делала все по аналогу в интернете. Думаю, 4 у меня будет. Два пункта я не сделала из одного задания, но думаю, что 4 будет. Вот. Договорились с Илоной погулять по торговому центру, что-нибудь прикупить ей надо. В 4 мы встретимся. Так что мне главное сейчас не уснуть. Да. Надо выпить кофе, попрыгать, побегать, послушать музыку, покричать на всю квартиру, так как я сейчас дома одна. Да, я когда не сплю, я очень заведенная днем бываю. Как сейчас. А Хеня? Мой Юню!
начинаю засыпать. И поставлю себе кофе. Так, я немного подремала. Слава богу, что смогла проснуться. Я еду на встречу с Илоной. Мы поедем в торговый центр. Там что-то ей купить надо. Я переоделась. Я одела вот такую вот маечку, заправленную в штаны. Майка New Look недавно показывала с орлами. Обычные штаны из топ-шопа. И такая вот кофта. Как она называется? Бомбер. Из топ-шопа тоже. Такая коротенькая. И сверху и на ногах будет то же самое. Вот, прическу не знаю, что не придумаю сейчас. Так. И я возьму вот такую сумку. Ходим, выбираем обувь для Илоны. Ну вот опять я дома. Очень устала. Наелась в Макдаке. И сейчас дочитываю «Голодные игры». Да, уже целый год читаю. Осталось 4 страницы, книга просто суперская, но фильм мне понравился намного больше эмоций я там получила от фильма. Но книга тоже интересная, немного они отличаются в деталях, но так все очень круто, и книга, и фильм крутые, но фильм мне понравился больше. Да, сейчас посижу в интернете и лягу спать. Наверное. Да, скорее всего. Ну, все, на этом мой влог закончен. Мало получилось, не очень интересно. Сейчас буду редактировать и выставлю сегодня же на YouTube. Надеюсь. Ну, и все. Всем пока.